Всем добрый вечер, дорогие девушки. Ну, ориентирована наша встреча на девушек. Почему? Потому что, ну вот хочется мне поговорить о важной теме. Сегодня это уже продолжение важной темы, которую я затронула в пятницу. У нас была первая встреча, и в описании к этому видео вы увидите запись этого эфира. А тема – женское здоровье, сексуальность, опущение внутренних органов. Девушки, это, конечно же, очень серьезная тема. Она касается наверняка, ну, я думаю, процентов 90, может быть, и больше женщин. Почему? Потому что у нас сейчас, у нас 21 век, мы с вами не скачем на конях. Мы, женщины, я являюсь инструктором системы Вагитон, женских даосских сексуальных практик, инструктор йоги, и мы не знаем не то, что работаем или укрепляем мышцы тазового дна. Я начну пока именно с этого, прям с самой сути, потому что опущение органов происходит вследствие многих факторов. Но если брать вот непосредственно мышцы тазового дна, то они у нас настолько расслаблены, то есть у нас структура ткани такая мягкая, об этом поговорит Жанна уже чуть-чуть попозже. Жанна у нас гость сегодняшнего эфира. Жанна – нутрициолог, фитнес-тренер, лидер компании PM, замечательных продуктов, о которых мы поговорим, и Жанна поделится. Я поделюсь тоже своим опытом. И что важно, что очень хочется мне донести до вас, что с этим можно и нужно что-то делать. Не верьте докторам, которые отправляют вас сразу на хирургическое там, вмешательство. Я говорю как инструктор Вагитон. К нам приходят доктора и пытаются договориться. То есть процент от хирургических вмешательств, говорит, мы вам будем давать процент, а вы посылайте, пожалуйста, нам девочек. И вот такая страшная правда, потому что, дорогие девушки, если вы ленитесь и на самом деле ничего не хотите делать, а проблема усугубляется, а в среднем опущение органов происходит 1 сантиметр за 10 лет, это хорошая скорость, нормальная, бывает и намного серьезнее. И если ничего не делать, то тогда, конечно же, придется рано или поздно хирургическое вмешательство применять. И я это говорю, как бы знаю, потому что у меня женщины, тетушки, родня, и вот есть такой опыт. Поэтому очень не хочется, чтобы прибегать к крайней мере. Мы же с вами, в конце концов, время, когда такие технологии. Вот сегодня мы расскажем, мне очень хочется целостный подход дать. Что делать, если вы вдруг узнали, что у вас опущение органов. О том, о причинах смещения опущения органов в первой части видео вы увидите, это и дыхание, неправильное положение позвоночника, там чрезмерный погиб, прогиб поясничный, лордоз, да, это и слабые мышцы тазового дна, это неправильное питание, нехватка минералов и витаминов, вот об этом поговорит Жанна. А сейчас, что я хочу вас пока вдохновить, на то, что если это есть, примите решение и начните что-то делать. И нужно комплексный подход. Комплексный подход – это значит найти остеопата грамотного, который выправит вам вашу там, скелетную структуру, да, позвоночник, таз. Вот это вот очень важно. Далее, научиться делать практики, которые поднимают органы. И это, поверьте, не то, что, как говорят многие, я просто изучаю же этот вопрос, и вы зайдете в YouTube или в Google, и там мастера говорят, а вы вот так вот ляжьте вверх ножками и начните себе что-то, ну там, делать массаж, чтобы органы поднимать. Ну не работает, девочки, это сказки. Для того, чтобы вернуть органы в нужное положение, нужно, опять, остеопат первое, питание, а именно вещества, минералы, витамины, целый набор определенных продуктов. И то, о чем я хочу сказать, я сейчас вот расскажу чуть-чуть очень коротко, потом передам эфир Жанне. Коротко хочу вас вдохновить на курс Наули.
это практики, которые, ну, начало – это вакуум, это удьяна бандха, когда мы с вами делаем практики втягивания живота грамотно, правильно, укрепляем мышцы тазового дна и органы. В течение 2 недель вы заметите уже изменения. И когда придете к своему гинекологу, и гинеколог спросит, а что же случилось, а что это? И вы тогда, может быть, дай бог, как это происходит с моими ученицами, скажете, что есть такие практики, которые помогают женщинам, и не только женщинам, и мужчинам, потому что эти практики универсальны, вернуть органы в должное положение. Да, сразу скажу, курс Наули стартует на этой неделе. 25-го у нас вводное занятие, и далее мы приступаем. 21 день. Курс можно проходить самостоятельно, он записан на острове Бали, прекраснейшая атмосфера. Он в записи. В любое время присоединяйтесь в виду. Я вас на индивидуальном тарифе или моя ученица Алиночка ведет вас на групповом тарифе. Об этом чуть-чуть позже еще поговорим. А сейчас я хочу попросить Жанну рассказать о том, что же происходит, Жанна, особенно если это касается женщин уже, ну, скажем, опущение происходит после, в основном это беременность, роды, под силой гравитации у нас, ну, что получается, гравитация, она действует, и происходит такое проседание органов. И в чем же нехватка? Что такое, если это брать с точки зрения вот фасций, мышц, суставчиков, хрящей и так далее? Расскажи, пожалуйста, Жанна. Добрый вечер. Так, ну, смотрите, я хотела сказать вот о чем, что в жизни женщины существует 2 периода. Это гормональный и негормональный, да? То есть до 35, ну, в среднем так, до 40 лет, до 35, да, активно у нас вырабатывается эстроген, то есть наши яичники функционируют отлично. Ну, в основном, должно быть так, по крайней мере, если здоровая женщина более-менее. Начиная с 35 лет, функция яичников начинает постепенно угасать. Ну и ближе к менопаузе, это уже где-то после 40, после 45, скажем так, 45-48, да, уже когда ближе к менопаузе, здесь уже совсем угасает эта функция резко достаточно. И эстрогены, то есть наши гормоны, которые влияют на практически всю нашу биохимию, то есть начинает потихонечку стареть женский организм, слабеют вообще все функции, и со временем мы стареем. Поэтому очень важно, вот почему японские женщины так долго не стареют, потому что... Да, почему? Потому что в их питании очень много сои. Сои – это именно тот продукт, который содержит фитоэстрогены. То есть мы можем прекрасно вот именно натуральными продуктами поправить вот эту вот историю. И очень важно, практически с 35 лет, дополнять именно свое питание таким специальными, что ли, продуктами, которые поддерживают нашу женскую гормональную сферу. Это очень важно, потому что чем дольше мы заставляем свой организм голодным, вот именно в этом плане, тем более непоправимые, что ли, потом последствия. И, как Вика сказала очень правильно, очень важен холистический подход. Что такое холистический подход? Это целостный подход, то есть подход со всех сторон жизни человека. Вот Вика очень правильно сказала, что, ну, без физкультуры, без занятий своим телом, мышцами не справиться ни питанием, ни всевозможными практиками. Все-таки человек, это мышечный такой субъект. Потом, поэтому как везде мышцы стареют у нас, ослабевают, так, естественно, ослабевают мышцы, особенно ослабевают мышцы женского организма, поскольку действительно на беременность, роды, они оказывают очень сильное такое воздействие на
этот мышечный каркас. И опять же, начиная с 35 лет, как я сказала, ослабевает именно такая гормональная функция. И что, собственно, поддерживает качество нашей соединительной ткани? Это коллаген. Весь наш организм пронизан коллагеном. Все кожа, все соединительная вся ткань – это, по сути дела, коллаген. И вот именно когда уменьшается выработка эстрогенов, уменьшается выработка коллагена. Что такое коллаген? Это вот именно упругость, то, что дает упругость нашим тканям, нашей соединительной ткани. Что в молодом возрасте? Растянулась, как резиночка, и вернулась на место. С возрастом, когда, опять же, начинается эстрогенное угасание, то растянулась резиночка, а на место уже не вернулась, или вернулась совсем не на то место, поменьше. Поэтому очень важно и физкультурой заниматься, именно мышцами своими, и давать питание нашим мышцам и соединительной ткани. И нужно подобрать правильные комплексы. И опять же, здесь нельзя уповать на какой-то определенный продукт. Вот вам сказали, что нужен коллаген, да? То есть нужно... Сейчас же много достаточно коллагена. Питьевой коллаген, там вот с Айхерба мы покупали коллаген, сейчас есть российский коллаген. Ну, поймите, он усваивается... Коллаген – это очень крупные молекулы. И он усваивается очень слабо. Да практически не усваивается. Вот говорят, там, желатина больше ешьте. Но, ребята, ну, не работает это. Это как продукт питания работает, а именно на вот именно специфический такой эффект мы не получим. Вот, поэтому я в свое время, как фитнес-тренер, как Вика сказала, искала такие продукты, которые могли бы именно помогать действительно эффективно. Вот, ну и мы нашли такой продукт, как раз продукт, который продукты немецкой компании, которые имеют вот такой вот целостный холистический подход, это аюрведа, это китайская медицина, это именно технологии Запада, самые совершенные технологии Запада. Поэтому в этих продуктах есть именно бьюти такой комплекс, это коктейль, очень вкусный коктейль со вкусом лесных ягод. Да, вот Вика сейчас показывает, такая красивая баночка. Красивая баночка с ягодками, вкуснейший коктейль, мой любимый. Можно, Жанна, я сразу скажу, что у меня произошло, когда я стала употреблять вот этот вот коктейль Beauty? Ну, во-первых, все в жидкой форме, потому что это должно... Именно жидкая форма напитывает сразу клетки. А еще о той технологии, которая... пользуется здесь, сейчас она расскажет. Так вот, когда я стала употреблять бьюти, ну, во-первых, у меня мои походы к маникюристке, или, в общем, там, где я украшала... Алло. Зависла, Вика. Зависла. Так, Вика у нас пропала, сейчас подождем, наверное, подключится, все нормально. Да, с интернетом. Ага. Значит, когда я стала употреблять вот этот бьюти-коктейль, я, ну, с того времени, обращаясь, ну, как бы, когда слежу со своими ногтями, всегда прошу какой-то светлый лак, потому что через 2 недели так стали ногти расти. Через 2 недели все это видно. То есть я таким сейчас светлым лаком быстро растут ногти. Ну, кроме того, что волосы, слава богу, практически не выпадают. Но самое важное, что я скажу, потому что выпадают волосы в том случае, когда уже организм из-за недостатка продуктов, скажем, берет вот эту вот силу нутриентов, да.
из ногтей, из волос, потому что это не критически важно, организму нужно выжить. И уже в самую последнюю очередь, когда идет оздоровление, восстановление организма, начинают расти ногти, там укрепляются волосы. То есть это показатель, если, скажем, начинают выпадать волосы, это большая, огромная нехватка нутриентов. Но самое интересное, что у меня произошло, я очень удивилась. Я поняла, что это бьюти, то есть я даже не знала, что именно, но, видимо, вот этот коллаген, точнее, пептиды коллагена, Жанна расскажет. У меня всегда в жизни, как я себя помню, с самого детства хрустели суставы, а именно на вот щиколотки. И когда бы, куда бы я ни ходила ночью, бабушке там хочется спрятаться, в прятки играем, выключаем свет, и меня слышно было всегда, потому что всегда хруст в суставах. Ну, я с этим так жила, что как бы, ну, жизнь-то, ну, вот так вот оно и есть. Я даже не знала, что можно по-другому. И совсем недавно я удивилась, что точно так же ночью я встала и куда-то иду, я понимаю, что-то не то, что-то изменилось. Я понимаю, что у меня суставы не хрустят. И я потом уже звоню Жанне: «Жанна, вот такое». И я понимаю, что это не только бьюти, Жанна расскажет о всем комплексе, но именно благодаря бьюти это стало быстрее произошло. Жанна, что там такое чудесное содержится в этом в коктейле бьюти? Да, мы сейчас сказали именно о таком узконаправленном продукте бьюти. То есть он прямо прицельно работает вот на то, что мы выше поговорили. Соединительная ткань, насыщение организма коллагеном, это то, что действительно работает прицельно. Прицельно работает почему? Потому что в этой компании, как я сказала, это очень наукоемкая продукция, эксклюзивная технология биоусвоения. То есть опять же, я говорила, можно какой-то другой коллаген употреблять, питьевой, их сейчас много, наверняка вы знаете какие-то, но согласитесь, наверное, не видны особо результаты, ну, лично я свой опыт имею, я Сайферба долго, ну, по-моему, пару лет заказывала California Gold, вот этот вот с витамином С такой, коллаген, баночки большие разных объемов. Очень неприятный он на вкус, ну, с апельсиновым соком пила. Но 2 года я вообще никаких результатов, честно говоря, не видела. Ну, я просто утешала себя тем, что я, наверное, что-то правильно делаю. Все-таки нужно пить коллаген. Ну, вот так вот. И опять же, вот обычно мы здесь говорим об усвоении. То есть можно есть прекрасные продукты, можно есть принимать прекрасные добавки. Но надо поинтересоваться, что здесь за технология биоусвоения. Это очень важно. И здесь вот именно эксклюзивная биотехнология, это патент. Вообще компания имеет более 600 патентов на все изобретения. Компания уже достаточно. В следующем году ей будет 30 лет. Очень активно развивающаяся компания, которая работает в содружестве с большим коллективом ученых. Это научно-исследовательский институт науки и техники в Люксембурге. И вот именно там работают серьезные ученые из всех областей естествознания. Там и нутрициологи, и биохимики, и геронтологи. То есть вот именно наука, ученые, которые озабочены именно продлением жизни, именно не просто жизни, а именно качественной здоровой жизни. И вот этих технологий присутствуют в наших продуктах, то есть компания пользуется, закупает эти технологии ученых. И вот эта вот технология биоусвоения, о которой я сказала, немножко длинно получилось, называется нутриент-транспорт-концепт, это то, что доставляет непосредственно в клетку все питательные вещества. То есть сейчас современный человек не может похвастаться здоровым желудком, а, собственно, мы здоровы настолько, насколько здоров наш желудок. То есть все продукты, все добавки у нас проходят в работу в желудочно-кишечном тракте, и насколько правильно расщепились все эти продукты, настолько они усвоились.
Вот. Ну и, к сожалению, плохо это все происходит. Поэтому продукт, который уже не требует такого серьезного вмешательства работы ЖКТ, это, конечно, совершенно другой уровень. Вот именно продукция Fitline, о которой мы сейчас говорим, она работает именно на уровне клетки, то есть она поступает туда, куда нужно, тогда, когда нужно, и в таком же количестве. И это 100%. То есть я хочу обратить внимание, что технологии открываются сейчас уникальные, и я думаю, что в скором будущем, но в данное время эти технологии запатентованы, и вот тот, кто владеет патентом, тот и, конечно, может изготовить вот эти уникальные витамины. Но в скором будущем изменится, и вот в том числе, но я думаю, что это все равно откроется, и начнут появляться, возможно, другие тоже фирмы, компании. Но можно и не ждать, или нужно не ждать вот этого времени, когда... То есть вот вы сейчас впервые услышали о том, что есть технологии, позволяющие витаминам, минералам впитаться в клетку в течение нескольких минут, в течение 10 минут. Да, опережающие свое время, практически, да, опережающие. Ну вот, Вик, я хочу немножко здесь добавить, ты сказала, что появятся компании, да, возможно, кто-то купит, но Таша же компания, она же тоже на месте не стоит. То есть она тоже, она еще вперед больше ускачет, потому что, ну, такая философия компании, они действительно стремятся создать идеальный продукт, высококачественный продукт. Это очень такая компания, которая дружелюбная, что ли, да, именно, и тут, опять же, мы говорили о холистическом подходе, и вот бьюти – это узконаправленный продукт, но, согласитесь, в наше время наше питание, ну, оставляет желать, не то что желать лучшего, а вообще желать лучшего хочет, потому что это синтетическое питание, это воздействие экологии, это стрессы, ну, уж такое время мы живем. Угу. Девушки, вполне, да, лучше. Ага, вполне возможно, что вы сейчас впервые это услышали, об этих уникальных продуктах, и поэтому, если вы желаете на самом деле вложить, ну, это самая лучшая вообще инвестиция, это, конечно же, свое образование, свое здоровье, поддержание своего тела в хорошей форме. И вот чем занимаюсь я, то есть стараюсь, если проходить обучение, то лучших мастеров, если что-то производить, ну, если что-то делать, творить, там, лучший курс, лучший мастер, лучшие витамины, лучшие продукты. Вот дом, где я, слава богу, сейчас живу и нахожусь, эко-дом. То есть все, чтобы было настолько лучшим и чистым экологически, насколько это возможно. На себе, как я предполагаю, экономить не нужно. Не нужно в образовании и в здоровье. Понимаете? Тем более, что если это превентивные методы. То есть, как вот уже девочки приходят ко мне и говорят, я поняла, что либо доктору, либо на поддержание организма все равно приходится тратить деньги. И если, вот как я выбрала компанию Fitline, кстати, тоже очень интересно, что вот этот курс, давайте расскажу историю, как я попала в компанию Fitline вот с этими чудесными витаминами, ведь мне их подарили. Почему? Это было, по-моему, 2021 год, да, полтора года назад. Жанна ко мне обратилась и говорит, Вика, ты сможешь провести курс по дыханию, по практикам живота для нашей компании? У нас будет марафон стройности. А у меня как раз курс в то время назывался «Стройная талия», йога для стройной талии. То есть опять наули и практики, которым я обучаю женщин и мужчин, они воздействуют и на организм в целом, и на стройность, на похудение, на красивый рельеф, и вообще практически на абсолютно все: на ясность сознания, на дыхание, на энергию, энергетический статус, на красоту, блеск в глазах, гормональный, в общем, на все. Вот что вы скажете, что можно улучшить? Благодаря Науле, потому что это висцеральные практики, это массаж живота и кишечник начинает работать по-другому. И меня пригласили в этот марафон стройности компании Fitline с такими прекрасными витаминками.
А когда начинают люди, как я теперь уже узнала, потому что во время марафона я читала и страничку, и смотрела, и отзывы, и там на самом деле девушки стройнели. Ну, я в основном девушек видела, наверное, мужчины тоже. Стройнели. То есть за этот месяц, пока я проводила, 2 раза в неделю у нас были встречи по 20 минут, практика, дыхательные практики, вакуум мы делали, агнисару мы делали. И вот за это время очень хорошо, кто-то 4 килограмма сбросил, кто-то 6 килограммов, в зависимости опять там была йога на марафоне, притом это все открытое. Вы представляете? То есть открытый марафон действий. И я давала вот эти практики, а потом благодарность мне подарили витамины. Ну, и я в них влюбилась. Когда я еще узнала, что есть, оказывается, такая концепция, nutrient transport concept, то есть доставка питательных веществ в клетку, не в кишечник или куда-то, а в клетку. И эффект этот ощущается через 10 минут, особенно благодаря прекрасному препарату или продукту Activize. То есть вот таким образом я пришла и к Fitline. И еще скажу, что практики для живота, Наули, Агнисара и дыхательные практики, они еще быстрее дают эффект. Фитлайн прекрасный, а если еще и с животиком делать определенные манипуляции правильно и верно, то эффект просто удваивается или утраивается. Жанна, передаю тебе слово. И благодарю тебя, что ты привела в эту прекрасную компанию через марафон. Да, спасибо, Вик. А, да, совершенно верно. Я тоже, у меня могу немножко пару слов сказать тоже свою историю. А, ну, Вика сказала, я фитнес-тренер. И у меня всегда стоял вопрос, потому что девочки спрашивали: Жанна, а что попить? Все же знают прекрасно, что питание у нас не обеспечивает нас всем необходимыми нутриентами, всеми необходимыми. Вот, грамотные сейчас люди, слава богу. Да, и, кстати, вот хотела, пока не забыла, Вика сказала, что вот девочки там либо к врачам, ну, ведь медицина наша не лечит, медицина наша спасает жизнь. То есть она вот на сию минуту надо вернуть человека к жизни, не дай бог, там или еще что-то, и как-то избавить его от каких-то сильных мучений, и все. А дальше мы же не вылечимся лекарствами, только дальше будем усугублять. То есть дальше это уже, что называется, сам, пожалуйста, заботься, ищи возможность дополнять свое правильное питание правильными добавками, вести здоровый образ жизни, вести активный образ жизни. Вот, поэтому тут, как ни крути, обязательно нужно и без дополнительного питания. Сейчас, ну, современный человек, грамотный современный человек, а я думаю, наша аудитория именно такая, все понимают, что без дополнительного питания нельзя быть здоровым, не получится, не содержит у нас. Мы просто, во-первых, не имеем такого качества продуктов на сегодняшний день, а во-вторых, мы просто не можем съесть то большое количество еды, которое бы обеспечивало нас всем необходимым запасом нутриентов. А это необходимо. Пока молодой человек, еще организм наш справляется, потому что наша биохимия сильна, организм еще достаточно, так сказать, стойкий. С возрастом у нас начинает, во-первых, ну и возраст свое дело делает, и накапливаются дефициты. Поэтому, ну, начиная с 30 лет, прямо вот уже нужно активно, 30-35 лет активно использовать добавки в своем питании. И, конечно же, лучше, если это будут натуральные добавки, чем какими является Fitline. Это 100% органика, это биодоступность, как мы сказали, за счет вот этой концепции, 93-98%. Вот тоже об этом хочется сказать пару слов, потому что у всех известных форм, таблетированных, капсулированных, ну, много же сейчас добавок, это известный факт, это усвоение идет, ну, максимум, это самые прекрасные высококачественные технологии, 20% идет усвоение. Здесь же за счет вот этой патентованной технологии биоусвоения идет 93, ну, практически 100%, согласитесь, ну, 93-98, это уж что-то. Вот, то есть мы за что платим? Это премиум-продукт, высококачественный продукт. За что платим, что называется, то и получаем.
Вот, поэтому это очень важно. И очень важно, что здесь именно программный, так, именно программа, такой холистический подход, и именно ученые уже разработали программу. То есть мы просто употребляем базовый сет, так называемый, это три продукта, и мы закрываем на 80% все наши дефициты. А если мы еще добавляем уникальные, опять же, в этой компании мицеллированные жиры, это омега и коэнзим, без этих жиров как раз и ну, страдает весь организм, а тем более женский, без омеги никуда, и детский организм сильно страдает. Недавно слушала лекцию академика Тутильяна, это ученый в Лос-Анджелесе, выступал как раз по нутрициологии. Это он прям большой знаток в этой области. Вот он как раз и говорил, насколько является сейчас ну, просто плачевная ситуация, потому что практически человек не употребляет омегу-3. Ну, мы же не едим рыбу, если это рыба, то она некачественная, да и, собственно, ее много и не надо есть, потому что она вся ртутью заражена, к сожалению. Вот, поэтому омеги у нас очень мало в рационе. А это тот, как раз тот жир, который, собственно, строит все наши клеточные мембраны. Очень важен он в детском питании. Не зря же в Советском Союзе давали всем детским, детям этот ужасный рыбий жир. Вот, как уж он там усваивался, это другой вопрос, но тем не менее люди понимали. Вот, здесь мицеллированный жир, о чем это говорит, это уже жир, который, по сути дела, наполовину переработан. То есть он тут же встраивается в клеточку, ему не нужно проходить мицелляцию в нашем кишечнике, который делает это очень плохо. И вот эти капсулированные омеги разных компаний, вот если вы вот сейчас, если Вика сделает, мы покажем вам такой опыт очень интересный. Капнув любую омегу в водичку, в стакан с водой, вы можете сами дома проделать такой эксперимент. Весь этот омега вся это будет капать у вас, лежать у вас на поверхности таким жирным ободком. Вот то, что сейчас показывает Вика, она налила омегу нашу, видите, никакого жира вообще нет, это просто такой слегка мутный растворчик, то есть это получился такой раствор, мицеллированная омега вот таким вот образом растворяется в воде, и таким же образом она и попадает в клеточку. То есть мицеллы это такая... Вкусная омега. Да, со вкусом апельсина. То есть вот этот вот, омега, она тут же встраивается в работу, это бесценно. И, во-первых, ее не надо много, поскольку это, считайте, концентрат. Вот 35 капель, и все. Если это молодой человек, то 35 капель достаточно. Если это все-таки уже более возрастной, там 50 и выше, то пару раз в день желательно капать. И все, и вы получаете необходимую дозу. Вот, потому что она, люди часто говорят, ой, Жанна, а что ты вот там, я читаю на капсульных вот этих вот коробках с капсулами, там такой большой процент этой ДГК, ДП, вот эти вот необходимые два жира, не буду сейчас морочить голову людям, вот, а там одного там 300 миллиграмм нужно, другого там вообще 600 миллиграмм. Да, потому что из этих капсул, ну, как я сказала, достается, дай бог, 10%, вы же понимаете, и поэтому нужно съесть горсть капсул, чтобы хоть что-то получить. Здесь 35 капель обеспечивает необходимым количеством. И что очень важно еще сказать, вот большие дозировки вот этой омеги, поскольку капсульные, поскольку желудок плохо это делает, мицеллирует плохо, то жир этот, мало того, что он очень на маленький процент всасывается, так еще он успеет окислиться и нанести вред организму. Поэтому, конечно, лучше выбирать мицеллированные формы. У нас все коктейли водорастворимые, все порошочки. То есть они не смешиваются с водой для удобного применения, а именно растворяются. То есть любые коктейли, они полностью, любые порошки, они полностью растворяются. И получаются такие вкусные коктейли, как натуральные фруктово-растительные соки. Вот. То есть вот у нас есть продукт для нормализации желудочно-кишечного тракта, это Basics. Не знаю, Вика, есть у тебя там коробочка под рукой? Конечно. Это покажи свой шикарный шкафчик. Это же сокровище.
Вот это да. Вот аптека, девочки, вот это настоящая живая аптека. И вы забудете вообще дорогу в аптеку, если вы будете принимать вот эти великолепные продукты, которые вкусные, они и детям вкусные, дети их просто, вот это вот, да, вот это basics, это то, это гастроэнтерологи называют его золотым стандартом, это то, что практически очень быстро налаживает работу ЖКТ. Это и волокна из 20 этих фруктов и овощей. Аюрведические комплексы, как бустеры биоосвоения. Вот, собственно, во всех продуктах у нас аюрведа, как я сказала. И вот для вот, что дает вот такое великолепное биоосвоение? Именно это вот... учеными составлена формула растительная из аюрведических трав, которая является бустером, то есть улучшающим биоусвоение. Вот. У нас в этой Basics есть куркумин. Я думаю, все слышали, что куркума сейчас – это растительный антибиотик. Это его на Востоке просто ему оды. У него там больше 150 полезнейших свойств. Вот. Но куркума очень плохо усваивается. Это, у нее большая слеживаемость, поэтому организм ее очень слабо усваивает. Вот это вот желтое молочко, как советуют пить, или мы там приправку посыпаем в свои блюда куркумой. Ну, это вкусно, это приятно. Цвет хороший, но усвоение идет очень слабое. Здесь же, опять же, технология, CD-комплекс, это технология биоусвоения именно в этой компании разработана. То есть под каждую крупинку куркумы разработан как бы свой такой, она как капсулка, каждая крупинка. Поэтому биоусвоение куркумы здесь, послушайте только на минуточку, 40 раз выше. 40 раз выше, чем у стандартного продукта. Вот, поэтому такой вот эффект. То есть это налаживание ЖКТ, просто это и пробиотики, и пребиотики, это и реутеробактерии, там большой очень спектр. То есть мы налаживаем свой микробиом. Это иммунитет, это наше здоровье. Да, еще хочу добавить, что вот эти все продукты, они являются питанием в прямом смысле, то есть у меня два завтрака. И вот я, когда путешествовала по Индии в сентябре месяце, вот у меня есть свои коктейли, и получалось так, что я выпиваю утренний коктейль, и уже в следующий раз я шла на обед. То есть это еда, это питание, это не дополнительные там витаминки, которые мы вот позавтракали и далее там после еды или до еды употребляем витамины, а это питание, очень вкусное, качественное питание, плюс еще практики для живота ежедневные, и кишечник работает как часы. Ну и, конечно, могу тоже в пример привести свою маму, сестру, которую когда-то они мучили запорами, и, слава богу, это прошло. И, кстати, еще, девочки, по поводу запоров. Если вдруг у вас есть тужение, или вы привыкли тужиться, или есть запоры, то, ну что может происходить? Геморрой, да, опущение и все остальное. Поэтому просто необходимо решить вопрос со стулом. Необходимо. Ответ, если вы вдруг не знаете. Ну, первое, это пить достаточное количество воды. Это такой самый простой рецепт. Второе, научиться и освоить практики для живота. Утречком это делается. У вас уже все намного убыстрится. То есть у вас уже будет и легче, и проще, и запоров не будет, размер живота уменьшится, потому что у нас в кишечнике многое чего находится, а когда мы делаем практики, то есть динамичные практики, ну, я надеюсь, вы видели там в историях или где-то, на моей страничке, тогда у нас уходят каловые массы, потому что это массаж, это проминание кишечника, желудка, матки, да, то есть вообще всех абсолютно органов. Внутренних органов. Далее это идет у нас и массаж сердца, потому что у нас работает диафрагма, опускается, поднимается, мягко массируется сердце, массируется щитовидка, потому что мы делаем во время задержки дыхания и вакуума, делаем ну, определенные движения, такие манипуляции. И это работа с мозгом тоже. Так вот, еще способ, как наладить работу желудочно-кишечного тракта, это
практики, вот Наули, Агнисара. И еще один чудесный способ. Я уверена, есть разные народные способы, может быть, пробиотики, йогурты и так далее. Это еще опять фитлайн. То есть моя мама быстро решила вопрос, а у нее было довольно-таки, знаете, когда кишечник забит, начинаются проблемы со здоровьем. Кроме того, когда не работает у нас хорошо ЖКТ, вот у кого артриты, боль в суставах, вы знаете что? Я вот недавно прослушала лекцию Галины Николаевны Костиной, это штатный врач PM вот, группы Fitline, PM International. Да, кстати, она... у нее можно взять консультацию прекрасно. Да, да, консультацию врач с 30-летним стажем, эндокринолог, врач аюрведы, 5 лет обучалась в Индии, то есть это очень знающая женщина. Если у вас есть желание, вы напишите мне, я вам скину ссылочку на нашу группу, и там есть и видео, и вы посмотрите. Так вот, она говорит, что... у нас, когда проблемы в желудке, в кишечнике, мы об этом мало что знаем. То есть живот болит в редких случаях, болят внутренние органы, болят суставы, а живот, ну вот как-то так вот, молчит, потому что там нейронов, ну в общем там другая структура. А оказывается, многое чего и вообще заболевания чаще всего начинаются с неправильного пищеварения и вот именно ЖКТ. Поэтому уделить внимание своему желудочно-кишечному тракту прям просто необходимо. Жанна, расскажи еще, пожалуйста, про йогурт. Вот да, я сейчас еще пару слов скажу. Смотрите, я начала говорить концепция, да, то есть здесь вот именно вот этот базовый сет, что это такое? Это ресурсное питание. То есть, по сути дела, вот употребляя жизненный тонус, это базовый сет плюс вот эти два омега и коэнзим, два жира, мы даем организму все необходимое. То есть он как минимум 3 месяца, употребляя вот этот вот жизненный тонус. Почему? Это рекомендация научного совета немецкого, вот этих великолепных ученых. То есть цикл деления клетки в среднем у нас, цикл деления клетки мягких тканей в среднем, 3 месяца, 90 дней. И употребляя хотя бы 3 месяца вот этот сет, мы уже восполняем все необходимые дефициты в организме, и клеточка уже делится более здоровой клеточкой. То есть вы через 3 месяца получаете более здоровую клеточку. Вот как 3D-принтер, заложили качественную копию, и она уже качественной копией делится. А так у нас что получается? Клеточка уже сломалась чуть-чуть, где-то подпортилась, соответственно, делится она еще менее качественной, еще менее. И к 60 годам мы обнаруживаем у себя кучу заболеваний. Так вот, это ресурсное питание избавит нас вот от таких вот неприятностей. То есть, что нужно клетке? Ее нужно накормить, клеточку. Клеточку нужно очистить, ей дать энергию и защитить. Собственно, вот эти 3 функции выполняет вот это качественное питание. Вот. А то, что Вика говорит, вот этот йогурт, это, не, ну, согласитесь, йогуртов сейчас очень много. Чем особенный этот йогурт, наш йогурт? Он содержит риутрибактерии. Это, ну, или по-простому болгарскую палочку, но опять же здесь используется наша технология биоусвоения. И поэтому он очень хорошо восстанавливает именно наш, работает на наш иммунитет, на наш, на детский иммунитет. Он прекрасно восстанавливает вот именно наш микробиом желудочно-кишечного тракта. Ну и потом он еще очень вкусен. Здесь можно много продуктов говорить каких-то разных. Вот мы назвали основ это жизненный тонус. Это то, что при любом заболевании. Вот когда Галина Николаевна, начиная свои консультации, она уже смеется, говорит, ко мне обращаются, Галина Николаевна, а вот у меня суставы, а что мне попить? Жизненный тонус. Галина Николаевна, а вот у меня сосуды, что попить? Жизненный тонус. А вот у меня давление, жизненный тонус. Почему? Потому что это основа основ нашего здоровья. То есть организм получает все необходимое из этого набора продуктов. А дальше вы уже целенаправленно, если это суставы, то у нас есть гелинфит, это хондроитинный глюкозамин, опять же за счет этой технологии имеет очень высокую эффективность. Там не просто хондроитин, глюкозамин, а с минералами необходимы, с витамином С. Как Галина Николаевна, вот этот великолепный доктор,
рассказывала не раз, она говорит, вот этот Терафлекс, говорит, господи, но это же препарат создан совершенно без всякой любви к людям. Он практически не усваивается, он практически ничего не приносит в наш организм, даже только наоборот его еще и грузит. Поэтому вот надо искать продукты, которые дружественны нашему организму. И вот именно Фитлайн, ну, если мы про суставы говорим, Геленфит, вот он с любовью сделан к организму человека. Вот. И ну, про бьюти мы уже сказали, это волосы, ногти, кожа, это именно то, что восстанавливает всю нашу соединительную ткань. И вот то, что Вика говорила как раз, это да, это очень правильно. То есть смотрите, если мы видим уже свои красивые волосы, наблюдаем, что у нас изменились волосы, перестали падать, они стали блестящими, они действительно очень меняются. Ногти, кожа становится другого качества, плотнее. Почему? Потому что организм уже получил, это не сразу происходит. Вот мы, если мы начнем бьюти пить, мы этого не увидим, потому что прежде чем уже добраться до волос, до ногтей, нам нужно накормить все остальное, весь наш организм. То есть вот эти вот уже наши украшения, они нашему организму вообще не нужны. И если уж уже улучшаются наши вот эти украшения, то вы понимаете, что организм уже действительно восстановился, ну, на большой процент. И раз он уже имеет силы уделять внимание нашим украшениям. Поэтому, девочки, мы вас с удовольствием призываем попробовать и оценить, просто попробовать и оценить. И вот, да, еще мы про все сказали, мы, кстати, про Basic сказали, а не сказали про очень важный компонент в этом наборе, это Restorate. Это минералы. Минералы у нас очень плохо усваиваются. А здесь вот за счет этой технологии идет очень хорошее усвоение. Плохо слышно, да? Сейчас хорошо. Ага, это я пальцем, да. Извините, пожалуйста. То есть минералы у нас очень плохо усваиваются, а здесь за счет технологии вот это биоусвоение идет очень хорошее усвоение. И что такое? Здесь необходимый и настолько качественный набор минералов. Это и цинк. А цинк у нас участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме. Представляете, насколько это важный элемент? Без цинка просто жизни нет. Это очень важный. А цинк должен быть биодоступным, иначе смысла нет. Это магний, это наша нервная система, это D3, это кальций, это, я даже сейчас все не перечислю, их тут порядка 10, но это вот именно за счет такой синергичности, они все, мало того, что они друг друга дополняют и усиливают, еще за счет технологии усваиваются. Поэтому это мы принимаем этот коктейль вечером, это лимфодренаж. Это и ощелачивание, что очень важно. За день мы очень закисляемся, питаются все люди по-разному. Это если мясо, тем более если это мясо, да, вот такие продукты, да и не только мясо закисляет организм. Принимая Настя, значит, этот коктейльчик, мы прямо вот такое сразу получаем хорошее ощелачивание, и в течение ночного отдыха мы и ощелачиваемся, как я сказала, и хорошая такая минерализация происходит костей, то есть, что очень важно, да, Вика уже пару слов сказала, то есть, если в организме не хватает минералов, жизненно важные органы, что у нас, мозг, сердце, они заберут из менее важных органов минералы. Ну, кости для организма менее важны, чем сердце и мозг. Согласитесь, без руки, ноги можно жить, а без головы, без сердца нет. Поэтому он просто будет забирать из ваших костей минералы. И со временем начинаются вот эти проблемы и остеопороз, и всякие артрозы, артриты. Ну и мало того, что кальций участвует тоже в большой массе биохимических реакций. Поэтому очень важно именно хорошие минералы претерпевать. Ну и утренний это активайз. Может, Вика, скажешь про активайз сама? Активайз, конечно, скажу, да, вот подписываются женщины, и вот недавно одна женщина говорит: Виктория, я кофе употребляю, я надеюсь, можно кофе употреблять с этими витаминами? Ответ
Можно. Вы можете продолжать питаться так, как питаетесь. Со временем у вас привычки изменятся. Это произойдет, потому что организм насыщается, организм звучит по-другому, вы излучаете уже другую совершенно энергетику, у вас глаза будут блестеть, будете, ну, состояние радости приходит. Вот я, вот с Жанной мы как раз об этом и говорили. Состояние радости, потому что гормональная система меняется. И вы продолжаете питаться так, как питаетесь. Единственное, что все-таки важный момент, что утренний коктейль нужно пить натощак. То есть вы просыпаетесь, пьете стакан воды, как обычно, с лимоном. Это уже хорошая практика, известная всем. И после этого, минут через 10-15, вы готовите себе утренний коктейль, очень вкусный коктейль. И туда же добавляете активайз, то есть он входит в комплекс. Ну, когда вы будете заказывать витаминки, вот эти продукты, я вам все расскажу, все поделюсь, конечно. Мне очень нравится поддерживать людей, потому что я знаю, что они оживут в ближайшее время. И вам не захочется кофе, просто потому что этот активай, замечательный, прекрасный продукт, он содержит определенные вещества, которые бодрят, которые благодаря реакциям, происходящим в организме, расходятся по всему организму, по капиллярам, сосудам, венам и так далее, по клеткам кожи расходится кислород. То есть вы рано или поздно, в начале этого эффекта особо не ощущается, но потом, когда организм чистится... Ощущается, такое... Викочка. Здесь, да, ну, тогда можно еще добавлю. Значит, что такое активайз? Это растительный адаптоген, растительный энерготоник, абсолютно растительный 100%. Это вся группа В, это витамин С, это аюрведическая композиция из водорослевых, это, опять же, насыщение крови кислородом, то есть сатурация крови. Вот когда были наши вот эти вот ужасные времена с ковидом, у всех мерили сатурацию. Так вот, люди, которые пили наши коктейльчики, врачи удивлялись, говорят: слушайте, что вы пьете, у вас сатурация у больного выше, чем у меня у здорового врача. То есть так работает активайз. Вот. Ну и там еще вытяжка из гуаранина. Вот именно то, что дает такую бодрость, это именно вытяжка, специально обработанная. И он поэтому дает вот такой вот очень хороший, качественный эффект тонизации. И ну, не так, как кофе работает, синусоиды, да, мы выпили кофе, взбодрились, через буквально полчаса уже падает уровень энергии, вам нужно опять чашечку кофе. И вот так вот мы мучаем свою нервную систему, и к вечеру вместо более истощенные, чем могли бы быть, если бы кофе не пили. Здесь же мы очень хорошо поддерживаем себя плавно, энергия у нас постоянная, это растительная, это качественная энергия. И еще я хочу сказать, что Activize – это у нас как тестовый продукт, поскольку там вся группа B, там содержится ниацин. Это единственный витамин, который имеет фармацевтическую сертификацию B3. Ниацин. То есть вот если сделать инъекцию или капельницу, наверное, кто-нибудь делал, знает, это вот то, что расширяет наши сосуды, дает тепло вот такое, покраснение очень приятное, то есть капиллярное прокровление капиллярчиков всех. И вот буквально выпивая наш коктейльчик, вы через 3-5 минут чувствуете вот такую же очень приятную реакцию, тепло, покраснение, особенно там, где капиллярчики уже схлопнулись, что называется. То есть это такое благо для организма, представляете? То есть вот вы, когда начинаете наблюдать за собой, надо же, покраснело, то есть это туда пошла кровь, она везде пошла, она пошла туда, куда она раньше не доходила уже. А если она сейчас не доходит, то, понятное дело, с возрастом эти места копят и токсины, и шлаки, и просто начинает отмирать, что ли, ну, это уже совсем грустно, вот, ну, по крайней мере, мы здоровы настолько, насколько здоровы наши кровеносные реки, русла наши, реки жизни, поэтому Activize — это
прекрасный. Он мало того, что сам по себе работает, так он еще как активатор является во всех наших коктейльчиках. То есть добавляя его в бьюти, добавляя его в гиренфит, цельшуц мы еще не рассказали. Это, ну, тут не такая уж большая линейка, но она настолько функциональная. Вот, это антиоксиданты, это биофлавоноиды из сицилийских цитрусовых. Это то, что наш иммунитет укрепляет. Так вот, добавляя Activise, мы везде, как вот именно активатор такой, добавляем, сосудики активизируем, и лучше получается всасывание у нас. Mm-hmm. В общем, мы с такой, вы видите, мы с такой любовью говорим об этом продукте не случайно. У меня вот подруга буквально недели две назад сказала, сейчас у нее все друзья просто наперебой заказывают и спрашивают, потому что, Жанна, за 2 месяца мы с мужем, ничего не меняя в жизни, в своей, в питании, похудели просто в легкую на 6 килограмм. Это видимый результат. А что случилось, говорит, с нашей работоспособностью и энергией? Говорит, Женя, говорит, вообще приходит, а муж ее приходит и говорит, слушай, говорит, я, говорит, себя настолько прекрасно стал чувствовать, у меня столько энергии, у меня голова такая светлая, она, ну, просто КПД организма возрос многократно. Вот что дает качественный продукт, и меняется все, меняется, поскольку гормональный фон улучшается, это что, выработка серотонина, дофамина, поэтому настроение улучшается, улучшается восприятие вообще всех наших жизненных невзгод, то есть мы более стойкие ко всяким неурядицам жизненным, это же прекрасно. Да, да, так незаметно пролетел час, и можно, конечно, говорить еще много. И может, вопросы есть какие-то, девочек? Да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сразу скажу, что в описании к этому видео, я его загружу в YouTube, это видео будет, делитесь этим видео, для того, чтобы узнать все-таки, найти причину здоровья. Причина здоровья у нас, если брать физический план, это, ну, во многом это здоровье клеток, это кишечник, да, и вот работая с этим, насыщая свое тело полезными продуктами, имея чистый, здоровый кишечник, еще желательно и бережно относиться к своему позвоночнику, ну, то есть не делать лишние там травмирующие движения, поверьте, что можно оставаться долго молодым, здоровым для того, чтобы выполнить наше предназначение. То есть для чего мы это все говорим? Чтобы быть здоровым, потому что качество жизни улучшается. И вот я в жизни так вот и нашла, мне очень повезло, что идет судьба, дает какие-то вот новые знания, что и Фитлайн пришел в мою жизнь, это качественное клеточное питание, и практики Наули, и, конечно же, психологическое здоровье и йога. Без этого никуда. И Жанна тоже йогиня, мы на этой почве еще и подружились, потому что общие взгляды, общее видение. Йога — это целостный подход к жизни. Опять же, холистический подход, да? Как Фитлайн. Да, и в йоге одно из первых, ну, скажем, йога — это очистительные процедуры, в йоге они необходимы. А это сразу, это что? Это опять кишечник, это дыхание, а дыхание животом. И наше живо идет от, жив от. Мы живем настолько, насколько у нас в хорошем состоянии живот находится. И вот кишечник именно поэтому и Фитлайн тоже уделяет прежде всего такое вот внимание кишечнику, здоровому кишечнику, плюс то, что полезные вещества впитываются непосредственно в клетку, минуя, да, минуя вот как в основном там желудок, кишечник, то есть через 10 минут клетки уже насыщены. И такой холистический подход, конечно же, он сейчас в наше время, 21 век, он очень актуален для тех, кто просыпается, кто пробуждается. Если решите приобрести витамины, пожалуйста, пишите, ссылочка будет в описании к этому видео. Пишите мне по любым вопросам, в чем есть вот такая вот, в чем большой плюс, то, что мы команда, Жанна, вот нутрициолог, какие вопросики, я звоню там сразу, Жанна, давай проведем консультацию, потому что ты расскажешь намного это
качественнее, чем я, потому что Жанна нутрициолог, да, с опытом. И если вы вдруг, у вас появится желание, я надеюсь, то, что это так и будет, то вы можете получить консультацию, пишите, обращайтесь, и мы вас поддерживаем, и так также каждого, кто в нашей команде. То есть, принимая витамины, вы становитесь нашей командой, и мы вот вместе сообща решаем вопросы. Несем это добро дальше. Благодарю всех. Повторяю, что курс Наули начинается, первая встреча в пятницу, в субботу уже мы начинаем работать. И также этот курс можно приобрести в любое время. Он записан под руководством, под моим или моего куратора. Всем огромная благодарность и до новых встреч. С вами Жанна, благодарю, что вышла в эфир, очень приятно. Еще проведем следующая тема, есть у меня идея провести тему по поводу детского здоровья, и вот что можно сказать об этом. Поговорим о... Да. Хорошо, всем пока-пока. Спасибо всем большое, доброго вечера, до свидания. Счастливо, пока-пока.